Тут надо, чтобы что-то подставить под эту ногу. Ты случайно попался. Ом Кешава Намах и выпиваем эту воду. Апавитра, Павитрова, Сарвавастха, Гатопива, Анадирадир Говинда, Сарвакара Харанам, Чинтамани Пракара Садма Сукал Паврикша, Лакшавритешу Сурабхирабхипалаянтам Лакшми Сахасра Шатасамбрама Сеяманам Говиндамат Матсундарангам Кандарпакоти Каманья Вишеша Шобхам Говиндамади Пурушам Тамам Баджами Тамам Баджами Япада Палава Югам Виникая Кумба Ванда.
me pranama samaye sagana viraja vikham vikanto malamasya jagatrayasya govindam adi purusham tamam bhajami. Звука можно добавить духовно? So we'll begin by performing Ачман. Вначале мы совершим церемонию Ачмана. And I'm going to demonstrate how to do it before you do it. Я покажу, как это делается. Вы должны просто смотреть и не делать сами. So you don't have to touch the spoon or the cup. Пока не трогайте ни чашки, ни ложки. So we'll be chanting a prayer from the Garuda Purana. Мы повторим вначале молитву из Гаруда Пураны. And afterwards we'll chant a few short mantras, and then you will take the spoon in your left hand. Затем мы повторим несколько коротких мантр, и затем вы возьмете ложечку в левую руку. And you put three drops in your right hand. Капните три капли на правую ладонь. Not the left hand, the right hand.
на правую ладонь. The left hand's not considered clean. Потому что левая рука грязная считается. So three drops in the right hand. Три капли на правую ладонь. And then you look at the water. Смотрите на воду. And you say, Ом повторяете. Ом Кешавая Намаха. And you sip the water. Выпиваете воду. And then because your lips touch the hand, now that's not, that hand's not clean. So then you take one drop and put it in the right hand and throw it to the side. Затем для того, чтобы очистить оскверненную ладонь, вы капаете еще одну каплю на правую ладонь и выливаете ее на землю. And we're going to do that three times. Эта процедура повторяется три раза. And we'll say a different mantra each time we look at the water. Каждый раз вы повторяете разные мантры, когда выпиваете каплю воды. So the mantra we're chanting from the Garuda Prana. It means purified or unpurified. Мантра, которую мы сейчас будем повторять из Гаруда Пураны, переводится чистый или нечистый. Or having passed through all situations. Или прошедший через все условия жизни. One who is able to remember the lotus-eyed personality of Godhead Krishna. Тот, кто может помнить о лотосооком Господе Кришне. Becomes purified within and without. Очищается изнутри и снаружи. So we're chanting this mantra, we're performing this ceremony so that we're in a pure state. Мы повторяем эту мантру перед началом церемонии для того, чтобы очистить свое сознание. The whole purpose of this diksha, be it Harinam diksha or Gayatri diksha, is to bring us closer to the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna. Смысл дикши, неважно какая это дикша, Харинама или Гаятри дикша, это приблизиться к Верховному Господу Кришне. How does it bring us closer to Krishna? Как мы можем приблизиться к Господу Кришне? Because we'll be chanting mantra. Благодаря воспеванию мантры. You'll be chanting Hare Krishna mantra, you'll be chanting Gayatri mantra. Воспеванию Hare Krishna mantra или Гаятри мантры. And essentially these mantras are none different than the Lord Himself. Суть этих мантр заключается в том, что они не отличаются от самого Господа. Нама Чинтамани Кришна Чайтанья Раса Виграха. There's no difference between the name of Krishna and Krishna Himself. Нет разницы между именем Кришны и самим Кришной. So Krishna is Pavitram, he's the supreme pure. Кришна является Пабитрам, изначальным, верховным, чистым. So if you want to associate with him by chanting these mantras, you have to be purified as well. Если вы хотите общаться с ним, воспевая эти мантры, вы также должны быть чистыми. So this is the day you're receiving the mantra. В этот день вы получите мантру. So you have to be very pure today. Поэтому сегодня вы должны быть очень чисты. Therefore we're chanting this Achman that comes first. Поэтому сейчас мы будем повторять эту очистительную мантру перед Ачманом. Okay, so first we'll chant the prayer from the Garuda Purana. Пожалуйста, повторяйте эту молитву из Гаруда Пураны. And everyone can repeat. Все могут повторять. Ом Павитра Павитрова Сарвавастам Сарвавастам Гатопива Я Смарет Пунарикакшам Са Ваянтара Ваянтара Ваянтарам Ваянтарам Сучи Сучи Шри Вишну Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu. And now you can do. Сейчас возьмите левую руку в руки. И капните три капли на правую ладонь. Three drops in the right hand. Три капли на правую ладонь. Ом Кешавая Намаха. Повторите Ом Кешавая Намаха и выпейте. Sip it. And then one drop in the right hand. Okay. Еще каплю в правую ладонь и вылейте на землю. Okay. So we're going to do it again. Next time, instead of Ом Кешавая, you're going to chant Ом Нараяная Намаха. Еще раз ту же церемонию повторите, только вместо Ом Кешавая повторите Ом Нараяная Намаха. After this mantra. После, подождите. Сначала After еще раз мы мантру повторим. Om Pavitra Pavitrova Pavitrova Sarvavastam Sarvavastam Gatopiva Gatopiva Ya Smaret Smaret Pundarikaksham Pundarikaksham Sa Bhaya Bhayantaram Bhayantaram Suchi Suchi Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu.
делать ачиман с мантрой Ом Нараяна. Pavitra, Pavitrova, Sarvavastam, Hatopiva, Ya, Smare, Kundadikaksham, Sa, Haya, Hayantara, Suchi, Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu, Ганашалакая, Чаксанитамджинатасмас, Чичайтанимиловичтам, Шлапитамджинабутай, So today the majority of these devotees are taking their first initiation. Большая часть преданных сегодня получит первую инициацию. This is called Харинам Дикша. Это называется Харинама Дикша. It's initiation into the chanting of the holy names. Это посвящение в воспевание святых имен. And this initiation ceremony is compared to our second birth. Церемония инициации сравнивается со вторым рождением. We all take our birth from the womb of our mothers. Мы все рождаемся из чрева матерей. That is a birth essentially into material nature. Это материальное рождение в материальном мире. Because this material world is pervaded by tamas or ignorance, that birth is considered a birth into ignorance. И поскольку в материальном мире господствует тамас или невежество, это считается рождением в невежестве. Everyone knows that a baby is born pretty ignorant. Все знают, что дети рождаются в довольно невежественном состоянии. In fact, although that personality had existed in a previous life or many, many lives previously. Хотя эта личность существовала уже не одну жизнь до этого жила. Material life is so humiliating that he's taking birth again. He has to learn everything all over. Материальная жизнь — это такая позорная вещь, что, приняв новое рождение, человек вынужден всему по-новому учиться. In his past life he may have been a great scholar, but now he has to learn to say mama, papa. Может быть, этот человек в прошлой жизни был великим ученым, а сейчас он опять учится говорить мама, папа. He may have been a great athlete, but now he has to learn to take his first cautious steps. Он, может быть, в прошлой жизни был великим атлетом, а в этой жизни он пытается сделать несколько неуверенных шагов. He may have been a famous politician, but when he's born, nobody knows except mom and dad and a few relatives. Или, может быть, он был известным лидером, политиком, а в этом рождении никто о нем не знает, кроме мамы, папы и нескольких родственников. There was a very famous person, his called the father of modern India, Jawaharlal Nehru. He helped India get independence from Britain in the 1940s. В Индии был очень знаменитый человек, который, имя которого было Джавахарлал Нейру, и он помог Индии получить освобождение от британской колонизации в 40-х годах. Very famous person throughout India. Он был очень знаменитым человеком на всю Индию. But then he died. Но когда он умер, and one famous astrologer, he said that this Jawaharlal Nehru, he took birth as one of two dogs in a family in Sweden. Один знаменитый астролог сказал, что он принял рождение в следующей жизни как собака в одной шведской семье. Шрила Прабхупада процитировал этого астролога. Этот человек родился как один из двух щенков в семье в Швеции. Это такая важная личность, но никто не знает, что с ней будет в следующей жизни. Therefore, Shastra says our first birth
From all angles of vision, it's a birth into ignorance. Поэтому в шастре говорится, что во всех отношениях наше рождение в материальном мире это невежественное рождение. You have to learn to eat, you have to learn to talk, you have to learn to walk. Надо учиться есть, говорить, ходить, всему надо учиться. And that's all the basic things. Then you have to go to school for 25 years. Это самые простые вещи. Надо учиться всему на протяжении первых 25 лет жизни. One quarter of your life is student life before you can start doing anything responsible. Четверть жизни проходит в ученичестве, прежде чем вам могут доверить что-то серьезное. So you're born into ignorance. Поэтому это рождение в невежестве. At 25, that's generally when the boys get married. 25 лет обычно юноши женятся. In Vedic culture, girls got married at 12. А в ведической культуре девочки выходили замуж в 12. And boys were married after Gurukul if they wanted to. А юноши женились после Гурукулы обычно в 25 лет. So then the boys are married, and then their career starts. И после женитьбы начинается карьера. So you could say it takes you 25 years to get out of ignorance, to become normal again and start your life. Поэтому говорится, что 21-25 лет надо, чтобы избавиться от невежества и начать жить. Krishna says in Gita, all living entities are born into ignorance, overcome by the delusion of desire and hate. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что все живые существа рождаются в невежестве под влиянием двойственности, желания и ненависти. It really is a birth into ignorance. And that's just, we're just talking about mundane education, what to speak of spiritual knowledge. Это рождение в невежестве, и мы говорим о мирском образовании, что уж говорить о духовном образовании. From the spiritual point of view, most people remain ignorant their entire lives. А с духовной точки зрения, большая часть людей живет в невежестве всю жизнь. Most people, even by the time they die, they don't know they're not the body. Многие люди даже к моменту смерти так и не узнают о том, что они не являются телом. They haven't got a clue that they're the soul within. У них нету даже представления о том, что они являются душой в теле. What to speak of having any knowledge of the supreme soul, God? Уж что говорить о знание о Верховной Душе, о Боге. Or their intimate relationship with God. И об их близких отношениях с Богом. That's real knowledge. Это истинное знание. Raja Vidya, Raja Guyam is the king of all education. Это царь всего образования. So we're born into, our birth into this world is really a birth into ignorance. Поэтому наше рождение в этом мире это невежественное рождение. And for most people it remains a life of ignorance. И для большей части людей жизнь остается невежественной до конца. One time Prabhupada was speaking in this way very graphically. Шрила Прабхупада однажды очень графически объяснял этот принцип. They take birth like a dog, they live like a dog, and they die like a dog. Он говорил, что они рождаются как собаки, живут как собаки и умирают тоже как собаки. Strong words. Это очень резкое утверждение. But not in a critical way, it's critique. To help them understand what is the purpose of life. Но эта критика предназначена не для того, чтобы кого-то оскорбить, а для того, чтобы помочь человеку понять, в чем смысл жизни. So definitely, Shastra is correct. We take birth into ignorance. Безусловно, Шастра права. Мы рождаемся в невежестве. That's nothing to celebrate. Поэтому особо праздновать нечего. This is Western culture where we celebrate our birth into ignorance. А в западной культуре, конечно, мы любим праздновать свое невежественное рождение. Happy birthday to you. Happy birthday to... What? Happy. Что счастливого в этом? Was your birth a happy experience? Разве рождение это великий и счастливый опыт, опыт великого счастья? This birth is a joyful... Today is a joyful day. Сегодня день радостного рождения. All the initiates are smiling today. Все инициирующиеся улыбаются. They're getting initiated into knowledge. Потому что они получают посвящение в знание. To conquer the ignorance. Которое может помочь победить невежество. Go back to Godhead. И вернуться домой назад к Богу. This birthday you can celebrate. Это рождение можно праздновать. But did you come out of the womb with the same smile? Но разве вы родились с такой же улыбкой на лице? You came out of the womb, you couldn't even breathe.
появившись из чрева матери, вы не могли даже дышать. You know, when the baby's born, the lungs are not working yet. Когда дети рождаются, у них легкие не функционируют. So what does the doctor do? Что же делает доктор? Как он запускает функционирование легких? The baby comes out and it's all blue. Ребенок рождается весь такой посиневший. Sometimes there's no oxygen. Иногда из-за недостатка кислорода. There's no problem. Doctor takes all the babies by the feet and he smacks them on their backside. И что делает врач? Он берет этих детей за ножки и шлепает их по заднему месту. Causes the baby to gasp and the first air comes in the lungs. А благодаря этому дети начинают дышать, первый воздух попадает в легкие. And what does he smiles? И разве ребенок улыбается благодаря этому? This pain, this is the sound that cracks the heart of sannyasis, renunciates. Это звук, который раскалывает сердца саньяси, отреченных людей. So, welcome to the material world. Добро пожаловать в материальный мир. We have a saying in English: the first impression is the most important. На английском мы говорим, что первое впечатление наиболее сильное. You know, you meet a person, and I got an idea what that person's like. You know, usually you're right. Обычно мы встречаемся с человеком первый раз, и мы составляем какое-то представление о нем сразу же, и обычно оно не является ошибочным. So there's so many ideas, so many philosophers talking about what is this world. Столько много философов и мудрецов говорят о природе мира. Well, we all know. What was our first impression? Но мы прекрасно знаем, с чего начался наш опыт в материальном мире. Grief. С расстройства. You come out into the world and you make a cry of grief. Oh my God, here I am again. Вы появляетесь в этом мире и плачете от горя. Господи, опять я сюда попал. Of course, you're not consciously thinking like that, but you're definitely experiencing that. Конечно, в то время вы так сознательно не думаете, но, по крайней мере, вы чувствуете это на собственной шкуре. So is that an occasion to celebrate? Что здесь праздновать, непонятно. This is something new that's been introduced into ISKCON after Prabhupada left. We have the birthday parties. Это новая традиция, которая в ИСКОН стала популярным после ухода Прабхупады. Празднование дней рождения. If we're going to do it, we should do it the proper way. Если уж праздновать, то праздновать правильным образом. Not happy birthday to you, but we're so sorry for you. We're so sorry for you. We're so sorry for you that you took birth, you fool. Мы должны петь не с днем рождения тебя, мы должны петь. Нам так жалко тебя, нам так жалко тебя, нам так жалко, какой глупый ты. And yet, then you should say, yes, it is true. I'm such a fool. Yes, it is true. I'm such a fool. Thank you. И вы должны отвечать: да, это факт. Я, ох, как я глуп, ох, как я глуп. Спасибо вам. Yes, that is a real situation. В этом заключается истинное положение дел. But we like the birthday because of our false ego. Но нам нравится день рождения, потому что это как бы подпитывает наше ложное эго. We came to the world because we were a little jealous of Krishna. Мы пришли в этот мир почему? Потому что мы чуть-чуть позавидовали Кришне. So when someone shows us attention, yes, thank you. Если кто-то на нас внимание обращает, мы говорим: ну да, спасибо, спасибо. Come out of the womb, coochie, coochie, cute baby, thank you. Мы вылезаем из чрева матери, и нам говорят. It all increases our falsity. Сюсюкает над нами, и мы очень довольны. Наше ложное эго подрастает благодаря этому. In Vedic culture, when someone has a birthday, then they practice some austerity on that day. В ведической культуре на дни рождения люди следуют аскезам определенным. They fast to become a little detached from the bodily concept of life. Люди постятся, чтобы отречься от телесной концепции. And they give a dhan, they give in charity. И раздают пожертвования, дан. Instead of being served, вместо того, чтобы получать подарки, чтобы вам кто-то служил, they act as the servant. Они действуют как слуги. That's how we are being trained. We're at every moment we're trying to act as the servant, not
not the person being served. The whole life we want to be das, under das, 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 das. Many times. Нас так обучают, что мы слуги, и мы должны действовать как слуги, а не пытаться получить служение для себя. So, but yes, so we're born crying. However, I just wanted to mention that one of my disciples recently had a very beautiful baby boy. Мы, конечно, рождаемся со слезами на глазах, но я хотел упомянуть о том, что у одной из моих учениц родился очень прекрасный мальчик. Actually, a couple of years ago she had the baby, but I just met the baby. Пару лет назад он уже родился, но я его только что увидел. And that baby, it was about 2 years. The boy was always smiling. Этот мальчик почему-то все время улыбался. He was an American son. Always, that kid was always smiling. He never cried. He was always smiling the whole 3 days I was with him. Это очень странный мальчик, потому что он никогда не плакал, все время улыбался. Я 3 дня с ними провел. And that's unusual, especially for a 2-year-old. Это необычно, особенно для 2-летнего мальчика. And the child psychiatrists, they call it the terrible twos. Детские психиатры говорят, что это самое страшное время, 2 года. Right, mothers, when the children turn 2, they get really naughty and they throw a lot of tantrums and. В 2 года дети становятся очень беспокойными, проказными. Terrible twos. Ужасные 2 года. But this boy, he was the opposite. He's always smiling and happy. Но этот мальчик постоянно улыбался, он чувствовал себя счастливым. Whatever mommy said. Слушал своих родителей во всех отношениях. I said, wow, that's amazing. She said, no, he's always been smiling. И я сказал, это поразительно, и они сказали, что нет, он всегда улыбается. She said, when he was in the womb, we did the ultrasound. You know, they have the ultrasound, they can see the baby, what kind of condition he's in. Когда он был в чреве матери, они сделали ультразвуковую фотографию, как он себя там чувствует. And the doctors were amazed when they did the ultrasound. The baby in the womb had a smile on his face. И они увидели, что ребенок уже в чреве матери улыбался, сидел. You know, you can see the baby. Можно там видеть. Especially at 7 months, the baby is complete. So this baby in the womb, he had a big grin on his face. Сформировался, и он уже в чреве матери был с большой улыбкой на лице. And the doctor said, I have never seen anything like that. И врач сказал, что я за всю жизнь ничего такого не видел. What's happening, the doctor said. Что происходит, спросили врачи. So parents said, Garbhodana Samskara. И ходили и сказали, это последствия Гарбходана Самскары. Doctor said, Garbhodana, what? Врач сказал, Гарба кого там, чего? We did purificatory rites before we conceived the baby. И они сказали, мы совершили очистительные церемонии перед зачатием ребенка. And we asked together, before we conceived him, we asked God to please send us a very nice Vaishnava boy who could continue help the Sankirtan movement, and the wife said, and also we want him to be happy boy. Just add at the end. И они сказали, что мы помолились Господу о том, чтобы он послал им ребенка, который бы помогал распространять движение Санкиртана, и жена сказала, я хочу, чтобы он тоже был очень счастливым. So, when the doctors did the scan, there was this happy baby. И врачи увидели, что ребенок был уже в чреве матери счастливым. Technical mistake. So, технические неполадки. Yeah, they forgot the beads at the house. Technical mistake. Четки забыли в храме, технические неполадки. So I like to speak, so no problem. So, мы можем больше немного рассказать, нет проблем. Anyway, when the baby was born, the doctor was there. The same doctor who saw the ultrasound, the baby was born with a big smile on his face. Мы остановились на том, что описывали, как ребенок еще до того, как родился, улыбался, и он родился уже с большой улыбкой на лице. Now you're not going to believe the next part. И вы даже не поверите, наверное, в следующее описание. But I promise описание. You it's true. Но я вам гарантирую, что это правда. When he was smiling when he came out, the doctor took his little legs, slapped him on the bottom. He didn't cry. He started laughing. И даже когда врач взял его и шлепнул,
он вместо того, чтобы заплакать, засмеялся. Now I'd like to say that after that he gave a lecture on the Vedanta Sutra, but that wouldn't be true. Я очень, меня очень соблазняет сказать, что после этого он дал лекцию по Веданта Сутре, но это было бы уже слишком. But that type of birth, that type of arrival, the conception, the carrying in the womb, the birth, okay, then you can have happy birthday to you. Но вот если кто-то вот так родился, тогда это будет оправдано петь счастливый день рождения. But for most of us, I think everybody but that kid, I've never heard any story like that. It's something lamentable. Но мне кажется, что таких историй я больше не слышал, и навряд ли много таких личностей рождается. То есть наше рождение было довольно прискорбным событием. The Niti Shastra Chanaka Pandit says that good fortune means you can give up something to get something better. That's good fortune. В Нити Шастрах объясняется, что удача – это от чего-то отказаться ради чего-то лучшего. But misfortune is when you give up something good for something worse. That's misfortune. А неудача – это отказаться от чего-то лучшего ради худшего. So we're most misfortunate. Мы самые неудачливые из всех. We didn't even just give up something good, we gave up something very best. Мы отказались не просто от хорошего, мы отказались от самого лучшего. The very best. We gave up Golok Vrindavan, we gave up the spiritual. Мы отказались от Голоки Вриндавана, от духовного мира. To live in Ukraine. Для того, чтобы поселиться на Украине. I love your country, but I hate your roads. Конечно, мне нравится ваша страна, но дороги не нравятся. This is the only country in the world they build a road and they never ever fix it the rest of their life. Это единственная, наверное, страна в мире, где дороги строятся раз и навсегда, никогда не ремонтируются. They think these roads are like, you know, made of chintamani or something, like eternal or something. Наверное, они думают, что эти дороги состоят из камней чинтамани, вечных камней. Some philosophers say that you can judge a country by the face of its roads. Некоторые философы говорят, что о стране можно судить по состоянию дорог. So what did we give up? A world which is eternal, full of knowledge and bliss. Чем же мы пожертвовали? Миром, который вечен, полон знания, блаженства. Is this world eternal? Разве это вечный мир? Is it full of knowledge? Разве он полон знания? Is it full of bliss? Разве он полон блаженства? Is it eternal? Разве он вечен? No, even as you've been sitting here, millions and billions of cells in your body have died and been replaced. You're not the same body that you walked into this arena. Даже просидев здесь короткое время, вы уже пережили смерть многих миллионов и миллиардов клеток, которые были заменены на новые. Вы уже сидите не теми людьми, которыми вы сели. Is it full of knowledge? Разве вы полны знания? We already discussed that. Мы уже говорили об этом. Is it full of bliss? Разве этот мир полон блаженства? Да. Да. No. What is bliss? Bliss is ananda. It means happiness that's always increasing. Блаженство – это ананда, это счастье, которое увеличивается постоянно. There is some happiness here. Есть здесь, конечно, счастье определенное. But it's very short-lived. Но оно очень краткосрочное. Govinda Das, one great Vaishnava poet, he said it's like the water, the rain water in the monsoon season, it lands on the lotus flower, it looks so beautiful, you take that picture, snap, but 2 seconds later, it falls off the lotus flower into the lake. Govinda Das говорит, что это счастье материального мира сравнивается с каплей воды на лепестке лотоса, который держится там не больше 2 секунд. So it's there, you can get the photo if you've got a good camera. Click! You got it. Поэтому можно это запечатлеть хорошим фотоаппаратом, капля воды на лепестке лотоса. And you can show your friends, look, this is lotus flower in India. И можно показывать всем, вот, цветок лотоса, лепесток лотоса в Индии. And your friends say, oh, it's so beautiful, all those little drops are water. И друг может сказать, какие красивые капельки воды на нем. But you know, those drops of water, they're only for a fleeting moment, then gone. Но вы знаете прекрасно, что эти капли воды
держится всего лишь несколько мгновений, потом их уже не увидишь. So yes, there is happiness in this world. We're not like, you know, naive. Поэтому да, мы, конечно, не наивны, мы говорим, что какое-то счастье в этом мире есть. But it's here for a moment, then it's gone. Но оно проявляется на секунду и исчезает навсегда. And to obtain that one moment of pleasure, you have to work for days, for weeks, for months, for years. Sometimes one only gets happiness after many lifetimes of pious activity. Но ради этого счастья приходится тяжело и упорно трудиться месяцы, годы, иногда всю жизнь, иногда много жизней. So that's not life. Разве это жизнь? Being attached to matter is like, what is matter? Matter is dead. Привязанность к материи, к мертвым, к мертвой материи. So it's not life, it's the opposite of life. Это не жизнь, это нечто противоположное жизни. Some people realize that. One great philosopher, his name was Jean-Paul Sartre, he was a French philosopher. Некоторые люди понимают это, как один из французских философов, Жан-Поль Сартр, сказал. He was partially self-realized soul. Он был частично осознавший себя душой. Sometimes there's partially self-realized souls without having any contact with Vedic culture. Иногда проявляются такие частично осознавшие себя души, не связанные с ведической культурой. Like Prabhupada said, Socrates was a partially self-realized soul. Как Прабхупада говорил, что Сократ был частично осознавший себя душой. Because he knew he wasn't the body. Потому что он знал, что он не тело. He knew he was a soul. Он знал, что он душа. He knew the body was temporary. Он знал, что тело временное, and soul's eternal. А душа вечна. So they came one day to give him the hemlock, the poison for his crimes against the state. И в один прекрасный день его решили отравить ядом за преступление против государства. He was a big preacher and he agitated the state, the government. Он был большим проповедником, и он критиковал государство, правительство. So because he was a very aristocratic person, a famous person, a noble person, they didn't just want to come and like chop him up with the swords. They, okay, he's a noble man, we'll come in, he give him, and he can drink poison privately in his room. И поскольку он был знаменитым человеком, аристократичным, они не хотели его арестовывать или убивать, они решили наедине с ним разобраться, дать ему яду, чтобы он выпил. Hitler would do the same thing when his senior officers were out of line. He had some, anyway, he would send poison and they would just drink poison and they would die. Гитлер делал со своими сторонниками то же самое, если они переставали его слушаться. Он посылал им яд, который они должны были пить. So they came to the home of Socrates and they said, "We are going to kill you." Они пришли в дом Сократа и сказали, мы тебя пришли убить. He started laughing and laughing. Он начал смеяться. You can't. How are you going to kill me? You have to catch me first. Он сказал, как вы меня можете убить? Вы должны меня сначала поймать. They grabbed his arm. Они схватили его руку. He's laughing. Ha ha ha! You haven't got me. Он начал смеяться еще больше. Он сказал, что меня вы не поймете. You've got my body. Это мое тело. I'm not the body. Но я не тело. Try to catch my soul. Попробуйте поймать мою душу. Ha 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 ha. Like children. Как дети. So because of that, you know, he realized he was soul, which is very rare. This is 2,000 years ago in Greece. I mean, I don't know how much association they had with anything transcendental from India. Он понимал еще 2000 лет назад в Греции, что он душа, неизвестно, насколько у него была информация из Вед, из Индии. He was partially self-realized. So there was another philosopher more recent. His name was Jean-Paul Sartre. He was French, and he was probably didn't say, but we can conclude, he was also partially self-realized. И точно так же во Франции какое-то время назад жил другой философ Жан-Поль Сар, и мы можем прийти к заключению на основе того, что Прабхупада говорил, что in what way? Частично осознал себя. Not anything necessarily about transcendence, but just about the world. И что же он осознал? Даже не какие-то трансцендентные аспекты, но, по крайней мере, он осознал, что из себя представляет мир. When a sadhu lectures, he doesn't just speak about transcendence, he also talks about the world. Садху дает лекции не только на трансцендентные темы, он говорит также о том, что происходит в мире. Right? The duty of the spiritual master is to convince the disciple to let go of his or her material attachments. Обязанность духовного учителя помочь ученикам избавиться от материальных привязанностей. Yeah. That's half the job of the guru is to convince the disciple, hey,
You can't be happy in this world, my dear disciple. Половина задачи гуру – это убедить учеников в том, что они не могут быть счастливы в этом мире. The disciple thinks he knows these things, but he doesn't realize these things. Ученики думают, что они все знают, но смысл в том, что они не могут понять, о чем речь. So half of the guru's lectures are dukkhalayam ashashvatam. They're about the temporary, miserable nature of this world. Then when you're convinced, yes, I want Krishna. Поэтому половина лекций гуру направлена на объяснение аспекта дукхалая машашватам, временной и полной страданий природы материального мира. И когда ученики понимают это, они могут выбрать Кришну. So therefore the disciples always very careful that when the guru is speaking, that special moments when guru is speaking, disciple is especially attentive in hearing. Поэтому, когда гуру говорит, ученики должны уделять слушанию особое внимание. Because that's what delivers us. The message of Godhead coming through the mouth of the Guru is what delivers us from material existence. Потому что то, что освобождает нас из материального мира, это послание Господа, исходящее из уст Гуру. It is said by sound one is conditioned, and by sound one is liberated. Говорится, что благодаря звуку человек обуславливается и освобождается. Very important. When Prabhupada's name came up for initiation, then Bhaktisiddhanta Saraswati said, Abhay? Oh yes, Abhay. He listens nicely. Yes, I will accept him as my disciple. Bhaktisiddhanta Saraswati сказал по поводу Шрила Прабхупады, когда зашла речь о его инициации. Он сказал, поскольку Абхай слушает очень внимательно, я дам ему инициацию. So Jean-Paul Sartre, his subject matter was this world. He was a materialistic philosopher. Жан-Поль Сар был материалистическим философом, который говорил о том, что происходит в мире. And what did he conclude after studying this world for such a long time? И изучая этот мир на протяжении долгого времени, к какому выводу он пришел? This place is hellish. Он сказал, что это адский мир. He could find no good in this world. Что в этом мире ничего хорошего нет. But he wasn't a God-fearing man, so he didn't know there was any alternative to this world. Но он ничего не знал о Боге, он не знал, какая есть альтернатива этому миру. He just saw, this life is miserable, I'm just gonna kill myself. Он решил, что жизнь полна страданий, надо закончить ее самоубийством. And that's what he did. И сделал это. He's famous for taking his own life. Он знаменит тем, что он покончил жизнь самоубийством. Because he saw no good in this. Потому что он ничего хорошего в этом мире не увидел. Like Prabhupada said in his Vyasa Puja poem to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, struggle for existence, the human race. Srila Prabhupada писал на Vyasa Puja Bhaktisiddhanta Saraswati, что человеческая раса борется за выживание. No. Struggle for existence, the human race. The only hope, your divine grace. Но он продолжил, что вашей Божественная милость – это единственная надежда для нас. Yes, we see these things too, we know, but we have a positive alternative. Мы все это видим, но у нас есть позитивная альтернатива материальному миру. We see the miseries of material life, and we know, yes, now let me take shelter of Krishna and go back home, back to Godhead, where life is eternal, full of knowledge and bliss. Мы видим все страдания материального мира, но мы решаем, что мы должны отправиться в духовный мир, где жизнь вечна, полна знаний и блаженства. This is Krishna consciousness. Таково сознание Кришны. I often call it the positive alternative. Я всегда это называю позитивной альтернативой. When I'm traveling and I'm asked to give a lecture, they say, Guru Maharaj, what should the subject be? Positive alternative. Меня часто спрашивают во время моих путешествий, на какую тему я буду говорить. Я предлагаю тему позитивной альтернативы. And because it's a positive alternative, devotees are always joyful. И поскольку сознание Кришны это позитивная альтернатива, преданные всегда радостные. Krishna says in Gita, this process is joyfully performed. Кришна говорит в Гите, что этот процесс совершается с радостью. So in general, devotees are a happy lot of fellows. Поэтому в основном преданные живут счастливой жизнью. They have their ups and downs. Конечно, есть какие-то препятствия. But not like the ups and downs of the karmis. Но не такие, как у кармы. Our ups and downs are like this. У нас вот такие подъемы и right? Спуски. We're up, we go a little bit down, we go up, a little bit down, we go up, a little bit down. But таким образом все это происходит. Yes,
But the кармис ups and downs are a little bit up and down, a little up. Но у карми вот так все происходит. So we're going like, you know, we have our bad days, we have, you know. У нас есть какие-то взлеты, падения. But every day, Hare Krishna, Hare Krishna. Но каждый день мы движемся вперед. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Ram, Hare Ram. So therefore we're always joyful, we're always singing. Поэтому мы всегда рады и всегда поем. Lord Chaitanya's moon is rising. No, it's not at all surprising that we're dancing in the streets, telling everyone we meet, we're going home, we're going home. Lord Chaitanya's moon is rising. Луна Господа Чайтаньи восходит. No, it's not at all surprising. Это совсем не удивительно. That we're dancing in the streets. Что мы танцуем на улице. Telling everyone we meet. Говоря всем, кого мы встречаем. We're going home. Мы отправляемся домой. We're going home. Мы отправляемся домой. There's a quarter moon overhead now. Над головой восходит месяц. I must serve Chaitanya somehow. Я так или иначе должен служить Господу Чайтанье. He's the golden avatar. Он является золотой аватаром. Spread the name of Krishna far. Распространяя повсюду имена Кришны. To every town. В каждом городе. Hear the holy sound. Раздаются звуки святого имени. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Who's taking us? Who's the captain of the ship? Тоже капитан корабля, кто ведет нас вперед. O Paramahansa of the Nectar Lake. Парамахамса Нектара, озеро Нектара. Did you your own true love forsake? Did you your own true love forsake? А он распространяет собственную любовь. Leading his fresh and fragrant lotus breast. Leaving his fresh and fragrant lotus breast chest. Он подставляет свою свежую. Он оставил прекрасное общение с Кришной. To come to this world of birth and death. Чтобы спуститься в этот мир рождения и смерти. Is this a no, I lost it. Oh, Paramahansa, the Nectar Lake, did you your own true love forsake? Leaving his fresh and fragrant lotus breast to come into this world of birth and death. Hare Krishna. That should have Prabhupada. Leading us out. How is Prabhupada leading us? He's leading us through his instructions. Все Прабхупада руководит нами благодаря своим наставлениям. His instructions are very clear. Его наставления очень ясны. Although the Vedic literature is very vast, it's been made just like the ocean's very vast, but sometimes compared to the water contained in the hoofprint of a calf, by practicing bhakti, the crossing the ocean becomes very easy. Instead of crossing the ocean, you have to step over the hoofprint in the ground full of water of the calf. That's how easy Krishna consciousness is. Сознание Кришны — это очень легкий процесс. Он сравнивается с тем, как можно переступить воду в следе от копытца теленка, хотя эта вода для других является бескрайним океаном материального существования. Instead of following all the rules and regulations of this vast Vedic literature, we just have to chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нет необходимости следовать всем сложным правилам, предписанным в Ведах, если мы воспеваем Харе Кришна мантру. Not just chant. Не просто воспевать. But you have to get that mantra from a living guru. Но необходимо получить мантру от живого гуру. You have to receive the mantra through Guru Parampara. Получить мантру через Гуру Парампару. Then you'll get the ultimate effect of chanting. Тогда мы можем получить
высший эффект воспевания. And that's why we're holding this initiation. Поэтому мы проводим церемонию инициации. Because Prabhupada has explained that by chanting you can get free from karma, you can get free from material desire. Потому что Прабхупада объясняет, что благодаря воспеванию мы можем избавиться от кармы и материальных желаний. Anybody in the street, if they don't even come to the temple. Любой человек может этого достичь, даже если он не будет приходить к нам. They just chant Hare Krishna, their sins will go away. Воспевая Харе Кришну, можно избавиться от всех последствий грехов. Material desires will go away. От всех материальных желаний. Is that the goal of Krishna consciousness? Но разве это высшая цель сознания Кришны? The goal is prema, love for Krishna. Высшая цель — это развитие премы, любви к Кришне. So to get that prema, you have to receive the mantra through the Guru Parampara disciples. И для того, чтобы получить прему, мы должны получить мантру от Гуру Парампары через ученическую преемственность. So that's the importance of this day. В этом заключается важность подобного. It's your real birth, it's your birth into knowledge, it's your birth into Krishna consciousness. Это настоящее рождение в знание, в сознание Кришны. So when it comes time next year, this day, happy initiation day to you. Happy initiation day to you. Happy initiation day to you. You're going back to Godhead. Вы можете праздновать каждый год день своей инициации. Петь с инициацией тебя, с инициацией тебя. Возвращаешься домой к Богу. The example has been given that there's the seed of the banyan tree. Приводится пример с баньяновым семенем. Now, if you plant that seed in the ground, it will not grow. Если посадить это семечко в землю, оно не прорастет. It's a phenomena that the horticulturists, those who take care of plants and things, they can't understand. You find a banyan seed on the ground, you plant it in the nicest soil, you water it, it won't grow. Это феномен, который не могут понять никакие ученые, почему семечко баньяна не прорастает даже в самых лучших условиях. How do we get banyan trees if the seeds don't fructify? Как же баньяновые деревья вырастают, если они из семян не произрастают? Do you want to know? Хотите узнать? I'll tell you. That seed has to be eaten by a particular type of bird, like a swallow, like a bird. When he eats that seed and he passes that seed out and it goes to the ground, then the banyan seed grows. Это семечко произрастает только если его склюет определенная птичка и переработав у себя, это семечко у нее выйдет наружу и только в этом случае оно будет произрастать. Unless the bird comes down and eats the seed and flies around and he passes it out a day or two later, it falls on the ground, then. Только в том случае, если эта птичка склюет эти семена, и они обработают их, в этом случае только они произрастают. This is a miracle. В этом чудо заключается. To the layman, this is a miracle. Для обычных людей. So also your transformation from non-devotee to devotee, this is also a miracle. Поэтому то, каким образом мы превращаемся из непреданных в преданных, это также чудо. Therefore, Sanatana Goswami has written, just as bell metal can be changed into gold by a mystical process, so a conditioned soul, karmi, non-devotee, can be a person capable of performing a Vedic yagya. He can become guru by himself taking initiation from a bona fide spiritual master. Поэтому Санатана Госвами говорит, что точно так же, как колокольный металл можно превратить в золото при помощи алхимического процесса, обычного человека можно превратить в байшнава, если он проходит через церемонию посвящения под руководством истинного гуру. It's very... Well, I know the process. It is a special process for turning regular metal into 24 karat gold. Есть специальный процесс, как превратить обычный металл в золото. Yes, all the temple presidents would be very interested to learn this technique because they wouldn't have to worry about money anymore. Всем президентам храмов стоит научиться этой методике, чтобы у них больше не было финансовых проблем. It's very the yogis used to do it all the time. Йоги этим постоянно занимались. All the time they used to do it. Все время они это делали. And they give the gold away to the kings, and you know they make their palaces. Они раздавали золото царям, чтобы они из них дворцы строили. Very simple. Очень просто все. You take 1 liter of liquid mercury. Для этого надо взять 1 литр ртути.
And before you go to sleep at night, you drink it. И перед сном выпить этот литр. And if you wake up in the morning, если вы проснетесь на следующее утро, because mercury is one of the most deadliest poisons, потому что ртуть это страшный яд, конечно. If you wake up, если вам удастся проснуться, then when you pass urine in the morning, когда вы будете мочиться утром, you pass the urine on the metal, любое металлическое покрытие, на которое вы помочитесь, gold, 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 превращается в золото. But most people who tried it, they haven't been successful because they died. Но большая часть людей, которые попробовали проэкспериментировать, не пережили этого опыта. Because there's a secret mantra that the yogis chant when they drink the mercury, whereby they're not affected by the mercury. Потому что есть особые тайные мантры, которые йоги повторяют, принимая ртуть, чтобы не умереть. But it must be true, otherwise why has this great illustrious saint Sanatana Goswami used it in his analogy? Но это должно быть